Сегодня прославленная чувашская бегунья Валентина Егорова отмечает свой день рождения. Она вписала свое имя в историю спорта благодаря победе в олимпийском марафоне 1992 года. После пьедестала на других крупных соревнованиях. Наша съемочная группа отправилась в Маргаушский район, в родную деревню олимпийской чемпионки. О семье, спорте и победах в нашем репортаже. 50 километров от Чебоксар, деревня Изидеркино. Дом, который ничем не отличается от других таких же. Но его хорошо знают все жители. Здесь родилась олимпийская чемпионка в марафоне Валентина Егорова. Валя с детства любила бегать, на лыжах каталась, в соревнованиях участвовала. В то время не ездили в Чебоксары, в Маргаушах все проходило. Потом, после 9 класса, поехала учиться в город. Так попала в большой спорт. А дальше упорное восхождение на Олимп. В 1988 году Валентина Егорова попала в легкоатлетическую сборную СССР, а уже в 90-м на чемпионате Европы в Сплите завоевала серебряную медаль. За всеми ее стартами следила вся семья. И вместе с ней за тысячи километров переживали, волновались и радовались. Мы знали, когда на Олимпиаде она будет бегать. И вот всей семьей собрались перед телевизором. До конца смотрели. Первая пришла на финиш. Потом соседи пришли поделиться этой радостью. Сейчас олимпийская чемпионка живет в Америке, воспитывает 2 сыновей, тренирует молодых спортсменов. Но расстояние и роли не играет. О самом близком человеке, маме, помнит всегда. Я часто общаюсь по скайпу. Конечно, я очень люблю ее, боготворю ее, чтобы она жила долго и долго радовала меня. Она дала мне все для того, чтобы я достигла, для того, чтобы я сделала в жизни моей. Конечно, я скучаю, но каждый год летом приезжаю дома, бываю с мамой и с моими братьями, с сестрами. У Валентины Егоровой 3 сестры и 1 брат. У них уже свои дети. Так что этот дом всегда полон особой заботы и теплоты. И здесь всегда ждут родную и любимую Валю. Татьяна Леонтьева, Татьяна Раевская, Игорь Зверев, Республика.